Здравия желаю, уважаемый телезритель. Сегодня подоспел еще движок. Он где-то на 50 ватт. Видите, работа на от укрепителя от того же подобрали кондёры все это. И получается, что... Что получается? Вот. Взял импульс, прокрутил, остановил, назад пошел ток. Да, счетчик. То есть подобно, тут видите, все дело, то есть подобрать. Подобрано так, что как раз, что не надо останавливать, он сам останавливает. Вам ракурсе надо. По силе он не такая маленькая сила. Вот деревянный. Видите? Даже деревая маленько. Точно. То есть если попадет палец, мало не попадет. Сила большая. Вот 30 примерно. Такой вариант тоже. Надо, говорится, попробовать усиливать-то все. На этом заканчиваю репортаж. То есть вся его сущность в том, что он дает импульс к нему. А потом назад возвращается. Так как этот генератор с магнитами. Внутри магнитик. Вот ток идет по проводу на магнит обратно. Сначала вперед, он преодолевает его сопротивление обратного тока. А потом назад. Потом здесь останавливается, здесь силы становится больше. И назад. И счетчик таким же путем. Вперед. И назад. А потребление, ну вот делите. 30 у него примерно. 15-20 ватт. Берет, ну. Не крутится.